начала года 333. От конца 33. Вот такой сегодня день. Я подумал, пора бы детишкам подарить новогоднюю песенку. И именно в самый раз, чтобы в детских там садах смогли ее успеть выучить к тому празднику. А как раз вот такие события совершаются. Привет, Алекс Лисовский. Hello. Вот. Валерий. Так, Анатолий. Вячеслав, привет. Привет, друзья. Так вот, я говорю, чтобы успели подготовиться, выучить текст, песни и аккорды. Потому что обычно исполняется песня про браконьера, который пошел и срубил елочку под самый корешок. И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. Много-много радости детишку принесла. Вот. Я Дед Мороз с многолетним стажем. Я там в интернете кидал видео вот с таким Дед Морозом. Кто догадался, хорошо. А у нас тут еще что произошло. Сегодня в интернете нашел такое объявление, видео, что в этом году в плане борьбы с коррупцией, там уже всяких сеченых уже пресекли. И в этом году будет большая облава на Дед Морозов. Вот Дед Мороз должен быть специальный, со справками из милиции. А справку, ну, чтобы получить такую, нужно, насколько я знаю, недели две. Сначала пишешь бумагу, выставишь очередь, 50, и тогда ты имеешь право. А если нет, то тебя в кутузку, Дед Мороз, в кутузочку. Так. Сколько этих лет я уже играю этого Деда Мороза? Как нормальный актер, я их играю с 15 лет. 15 лет не исполнилось, когда я исполнил первого Деда Мороза. Всякие потом были Деды Морозы. Для взрослых, для маленьких, для самых маленьких. И был даже такой у меня партнер в свое время, в 90-е годы, Дима Нагиев. Он играл Бабу-Ягу, а я играл Деда Мороза. Потому что рост то ли забоковал, то ли заболел. Вот моя однокурсница была Снегурочка. Хорошие были времена. Вот, Дима тогда не работал значит, он сейчас работает. Телефон рекламирует. Интернет. Вот, да. Так вот, песня новогодняя. Потому что просили много не говорить, а побольше петь. И просили, так я буду поближе, чтобы аккорды были видны. Итак, Болгария с нами. Геннадий, да, Украина с нами. Никотиныч. Никотиныч. Павел Дуров. Что? Прикольно. Прикольно. Итак, песня дедморозовская. У меня их несколько дедморозовских. Вот я сегодня спою самую, так сказать, детскую. Потом спою с неформальной лексикой, но не сегодня. Поближе к Новому году. А сейчас просто для того, чтобы действительно репертуар детских садов может быть расширить. Аккорды и тексты будут в комментариях. Готовы, да? Вижу, что готовы. Я готов. Мне радостно для вас спеть эту песню, дорогие друзья. А чего начинается-то? Если в доме. Из детства начинается. Если в доме пахнет елкой, если пахнет апельсином, это значит, наступают очень радостные дни. Если дети все нарядны, мамы, папы все красивы, значит, будем веселиться, веселиться не одни. Значит, будем веселиться, веселиться не одни. С Новым годом, с Новым годом, с неба падает снежок. С Новым годом, это значит, что все будет хорошо. Дед Мороз читает письма и готовит нам подарки. Ничего не перепутал, никого не позабыл. Он несет мешок огромный через горы.
большие рамки, чтобы каждый был счастливым, чтоб веселым каждый был, чтобы каждый был счастливым, чтоб веселым каждый был. С Новым годом, с Новым годом, с неба падает снежок. С Новым годом, это значит, что все будет хорошо. Вот такая песня в подарок, который можете приготовить. Ваши лайки, как снежинки, летят. Да. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, с нами, я смотрю, весь мир сегодня есть. Конечно, там в некоторых районах нашего Челнока под названием «Земля», там, в общем-то, не Дед Морозы, а там... Санта-Клаусы. Да, Санта-Клаусы. Вот. Ну, можно, может, петь там, что Санта-Клаус готовит, читает письма и готовит нам подарки. Санта-Клаус тоже хороший парень. Вот, и никого не перепутал, ничего не позабыл. Все нормально. Так что вот текст будет внизу. Пишите, как вам там слышно, видно было. Потому что сегодня я немножко ремонтировал камеру. Вот, барахлило. Что еще? Оператор нашего эфира, естественно... Если вы слышали, немножко в качестве хора детского Елена Пинчук сегодня выступала за кадром. Вот. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал. Это все будет продублировано в Ютубе, в Фейсбуке, да, и ВКонтакте, и даже в Одноклассниках, и в Телеграме. Значит, еще будут песни новогодние, значит, «Новый год, любовь», да? Лен, так называется она? «Новый год, любовь». «Новогодняя любовь». А, «Новый год, контракт, любовь» или «Новогодняя любовь», да. Вот, и будет еще одна Дед Морозовская, злая Дед Морозовская песня. Ну, Дед Мороз, который, так сказать, настоящий Дед Мороз, идет по городу такой, смотрит направо-налево. Ё-моё, куда я попал? Вот, но это будет исполнено, тогда вот детишек не зовите, не показывайте им эту песню. А, так, еще мы кинем, наверное, вниз, еще раз продублируем самого лучшего Деда Мороза, да? Чтобы было понятно народу, как оно бывает. Все, обнимаем, желаем всем счастья немерено и готовимся к празднику, к Рождеству, к Новому году. Будьте все счастливы и немедленно. И Дед Морозы, бойтесь милиционеров, то есть полиционеров. Облавы будут. Пока. Пока.